Да ёпта. Ты чё, негр? Да пошёл. А где вы кого-то нашли вообще? Блядь, кого там вообще держите? Ого, пацаны, мы такие, блядь, с эмками, ебать, пиздец. Где вы, блядь? Так, ой. Я выбил двери. Я выбил двери. И что делать? Пацан, тут толчок. Мне надо выйти. Блядь, нет. Да где? Блядь. Пацаны, вы где? Ой, это что-то интересное. Нет, не очень. Блин, вообще похуй. Расход, нахуй. Что ты, блядь, делаешь, нахуй? Че посрать пришел? Что ты, блядь, делаешь, нахуй? Да, блядь, все. Я открою, у меня есть... Да, я посмотрел вообще-то, шо там, алло, блядь. Ты грун. Можно. Ты первый. Оперативно, пацаны, работаем. Не, стоп, нам не сюда выходим. Артём, докладывай. Сколько раз за сегодня пукнул? Ну, за последние 5 минут, раза 3. Китайский ягей. С ним все в порядке было, дебил. Нет, он зеленый. Иди тут нахуй, все. Ты арестованный. Да пошел ты, блядь. Ай, ой. И он хочет забрать все бабки. А детки, я с парадного зайду, пацаны. Кто-то идет. Короче, у меня стакан с водой стоит. Я уже второй раз наливаю туда кока-колу. Так, его я буду сегодня ебать. Да, я присоединяюсь к Артему, и мне говорит, иди нахуй. Сколько анус смешон для вас? Легко. Пацаны, вы где?